сегодняшняя игра со стороны будивельника была более надежнее и увереннее, чем первая. И это чувствовалось с первой до последней минуты. Я в первую очередь имею в виду игру защиты. Все игроки достаточно уверенно справлялись со всеми своими обязанностями. И еще один момент бросается в глаза, что авторитет Роздола перед этими игроками будивельников, которые раньше, так сказать, на него как на игрока высокого уровня брали с него, так сказать, определенные узоры и прочее, он давлее. Да, я вижу по пустозвонному. Вы игроков Бакакиева имеете в виду? Да, конечно, Бакакиева, то есть авторитет Роздола пока непреодолим для них. И сегодня Дроздов сыграл намного сильнее игру, чем первую. С точки зрения отношения и по игре в защите, и по организации игры, и всего на свете. То есть сегодня вот будивельник показывал такую, ну, уверенную чемпионскую игру, если можно так сказать. Многие, по-моему, в том числе и вы, были уверены, что Сухой в этой серии не будет. Сейчас, как вы думаете? Ну, тут как поступит Бакакиев. Во-первых, есть время на передышку, раз. Второе, есть варианты восстановиться и все равно дать бой. Я думаю, что для ребят Бакакиева очень важно все-таки зацепиться обязательно за одну игру, победить будивельник для своего реноме, то есть для своего становления, в первую очередь, для повышения мастерства. Это один момент. А второй момент, ну, есть еще практическая сторона вопроса, но я с ней не совсем согласен, так сказать. Понимая о том, что не преодолеешь будивельник, готовиться к следующим играм, это не совсем правильно. Я думаю, что нужно настраиваться на победу, и тем более играешь в своем зале, может быть, этот зал будет успешнее для ряда игроков. Почему? Потому что две игры, ну, честно говоря, трудно было видеть пустозвонов в этих играх, раз. На достаточно хорошем своем уровне играл Кравцов и в какой-то степени Лукашев. Всех остальных я не могу, так сказать, нет. И хотелось бы, чтобы эти ребята поверили в свои собственные силы. И самый важный момент, вот даже по сегодняшней игре, прекратили делать вот те невынужденные ошибки, которые они совершают. То есть ошибки по собственной инициативе. Это важный момент. И вот их набирается достаточно большое количество, а команда будивельников все-таки мастеровитая с этой точки зрения, так сказать, она моментально наказывает за все эти ошибки.